удалось в подземелье, солдат. Самое скучное место на Марсе. Одну минуту, я выдам тебе броню и пистолет. А то что это за солдат без оружия? Вот твое барахло. Теперь ты готов к бою. Сейчас я проверю радио. Охрана Марса, проверка связи. Отлично, прием нормальный. Значит, тебя направили в заброшенный центр связи. Это вниз по лестницам, а дальше все время прямо и наружу через шлюз. Придется немного пробежаться без воздуха, зато получишь шанс поближе познакомиться с Марсом. Окей, все в порядке. Ах да, вот еще что. Не путай штатских с мишенями, они тут работают. Чего стоишь? Давай топай.
не слушай меня. Так, глупости. Я не должен был говорить. Нет, это правда, не мое дело. Я не должен был говорить это. Слушай, Скотти, чего ты там возишься? Я бы ты еще раз уже закончил. Тогда ползи сюда и сам все сделай. Вот еще. Я мастер-наставник, а не рабочий. Ну, доделаешь ты эти муфты или нет? Слушай, я тебе ничем помочь не могу. Я занят. Может, ты меня не расслышал? Я очень занят. Если хочешь сам там ползать вперед. Если нет, убирайся. Да что там у вас происходит? Гранд Бастон, мастер-ремонтник. Сегодня 19 октября. Ко мне поступают все больше сообщений о необъяснимых вещах. Работать на другой планете, да еще и под землей, само по себе немного жутковато. Так что всегда кому-то что-то чудится. Меня тревожит то, что в последнее время таких сообщений все больше и больше. Люди напуганы. До нас доходят жуткие слухи про эксперименты в комплексе Дельта. А еще и постоянные броски напряжения. Свет постоянно мигает, а пару раз за день выключается на несколько минут. Это еще больше нагнетает обстановку. Я делаю все, что могу, чтобы держать моих ребят в форме, но у нас постоянно не хватает людей. Каждый день кто-то заболевает. Я буду держать своего начальника в курсе ситуации и регистрировать новые сообщения по мере их поступления. Конец записи. Вообще хоть что-нибудь работает? Сэр, ученые требуют от оборудования слишком многого. Хватит отговорок. Пошевеливайся, у ученых работа стоит. Я делаю, что могу, сэр, но не пойму, что же такое происходит с системой. Странно все это. Нечего трепать языком. Подкрадываться к людям со спины. Здесь и так у всех нервы на пределе со всей этой чертовщиной. Тебе в гараж. Это вон в ту дверь. А теперь отстань от меня. Что же такое случилось с оборудованием? Вот чертовщина. Что же такое случилось с оборудованием? Вот чертовщина. Ищет старый центр связи. До него тебе придется топать по улице, так что не зевай. Придется пробежаться от шлюза до шлюза. А не бойся, в твоем костюме неплохие запасы кислорода. Ну, так и будешь ждать у моря погоды? Давай иди. Ну, так и будешь ждать у моря погоды?
Бегем и бегом обратно в Марс-Сити. Конец связи. Нет, ради всего святого, дайте мне отослать это сообщение. Их надо предупредить, пока еще не поздно. Иначе все. Система. Иначе? Вы просто не понимаете. У вас не хватит знаний, чтобы понять. Дьявол, он существует. Я знаю. Я построил его клетку. О, Господи! Thank you.